эфире телеканала 24 КИЗ заступила дневная смена. Я Кайжан Смагулов. Здравствуйте. Итак, первый форум работников сельского хозяйства прошел на днях. В его работе принял участие президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, главная цель сейчас – придать новый импульс развитию аграрного сектора. И для этого предстоит решить несколько вопросов. Один из них – это доступность финансирования и приобретение сельхозтехники. Что ж, давайте обсудим, как это сделать. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, вместе со мной в студии сегодня находятся Шинара Нургазина, заместитель директора Департамента финансовых инструментов и микрокредитования Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Добрый день. Здравствуйте. Закиржан Кузиев, депутат Сената парламента Республики Казахстан. Приветствую вас. Добрый день. Хайрат Беситаев, председатель Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана. Рад видеть. И Сагат Тулеу, управляющий директор национальной компании «Продкорпорация». Здравствуйте. Кроме того, посредством видеосвязи с нами из Восточно-Казахстанской области может общаться директор опытного хозяйства масличных культур Дамир Абитаев. Здравствуйте. 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 Ну что ж, прежде чем начать разговор, предлагаю послушать слова главы государства, касающиеся, так сказать, финансовой стороны вопроса. Правительству следует обеспечить полную прозрачность предоставления субсидий, а также последовательно укреплять рыночные подходы в отрасли. Важно перейти к стратегически выверенному и по-настоящему умному государственному регулированию в этой сфере. Что ж, господин Беситаев, если позволите, начнем с вас, как, так сказать, с человека, непосредственно занимающегося сельским хозяйством на передней, так сказать, линии фронта своего рода. На ваш взгляд, когда мы говорим о доступности финансовых средств в аграрном секторе, какие здесь основные вопросы, которые необходимо решать? Ну, Хайржан, я считаю, что вообще надо начать с того, что у нас на сегодняшний день вот эта инициатива президента, которую он первый раз огласил в сентябре прошлого года в послании, я считаю, это исторический момент для аграрной отрасли Казахстана. И смысл заключается, на мой взгляд, в том, что когда государство говорит, что мы даем тебе землю, которая принадлежит народу, и им управляет государство от имени народа, как написано в Конституции, и на этом всегда государство ставило точку. И вот сейчас впервые, когда президент говорит о том, что мы вам дали землю, и второе, мы вам обеспечиваем доступ к финансированию, полному финансированию, которое нужно для фермера. Вот эти условия являются достаточными для того, чтобы фермер мог развиваться полноценно и нести ответственность за правильное использование государственной народной земли. Я правильно понимаю, что раз вы акцентируете на том, что сейчас, так сказать, эти условия создаются, что до этого времени фермер все-таки испытывал какие-то, конечно, проблемы с финансированием? В чем? Об этом и речь. Да. Мы вообще экономика Казахстана, вообще любой страны всегда нуждается в оборотных средствах. Оборотные средства – это одна из самых главных составляющих успешного бизнеса. И вот сельское хозяйство Казахстана все эти годы испытывало острый дефицит оборотных средств. Если говорить простыми словами, да, у него есть земля, у него есть какая-то техника, плохая, хорошая, старая, новая, неважно, но она у него есть. Но у него не хватает средств собственных для того, чтобы он покупал в нужном количестве, обновлял, скажем, свои семена, покупал удобрения в нужном объеме и в нужное время, выплачивал зарплату хорошую своим работникам, если они у него таковые есть. И все вот эти затраты, которые необходимо произвести для того, чтобы получить хороший урожай, вот этих средств у него не хватало всегда. Как выглядит в среднем финансовый год среднестатистического фермера? Я имею в виду, что обычно у тех, кто, так сказать, аграриев, кто занимается пшеницей, они живут, так сказать, от кредита на то, что посеется, до, так сказать, выплаты кредита осенью, когда собирают урожай. Ну, в принципе, вы сами мало ответили на этот вопрос. Да, растениеводство, если говорить о растениеводстве, оно как раз устроено таким образом. Нам необходимо за зиму накопить все необходимые материальные ценности, которые ты должен потом вложить их в землю. Весной ты должен это вовремя посеять, то есть потратить эти деньги в течение весны и лета, и осенью получить урожай и своевременно
убрать этот урожай и заложить его в хранилище для того, чтобы потом продать. Угу. Понимаю. Вот в этом Хорошо. Госпожа Нургазин, вы как представитель Минсельхоза, могли бы нам объяснить, что государство делает для того, чтобы, так сказать, повысить доступность финансирования для сельхозпроизводителей? Да, как отметили коллеги, в текущем году впервые за много лет было предусмотрено рекордное количество доступных льготных средств на финансирование весенне-полевых уборочных работ. Если, к примеру, взять временной этап, допустим, 3-4 года назад, то из льготных средств по линии государственного бюджета выделялось порядка 60-70 миллиардов тенге ежегодно. То есть это охватывало лишь малую часть посевных площадей, которые в целом недостаточно было, да. То в текущем году эта сумма была доведена до 580 миллиардов тенге. То есть здесь мы видим яркий пример того, что действительно правительство и глава государства большое внимание оказывает поддержке именно данного направления. И как было отмечено нашими коллегами, оборотные средства, то есть это то, на что живут наши фермеры, аграрии ежегодно, и они необходимы им в полном объеме для того, чтобы проводить более качественные свои агротехнические работы, больше вносить семян, удобрений и так далее. В рамках этих 580 миллиардов, помимо финансирования оборотных средств, также 120 миллиардов тенге были ориентированы на программу «Льготный лизинг». То есть обеспечение качественной уборки или посевной кампании без материально-технической базы необходимое. То есть это говорит о больших, да, без техники невозможно, это говорит о больших потерях урожая. В текущем году впервые за много лет в таком объеме была запущена льготная программа, тоже по 5% сельхозтехника отечественного производства предоставлялась нашим аграриям и была доступна во всех регионах. То есть это тоже действительно, если сравнивать с прошлыми годами, допустим, ежегодно с 2013 по 2022 год, можно сказать, что основная лизинговая компания «Казагрофинанс» у нас вообще не направляли средства из бюджета, то есть она предоставляла технику в лизинг по коммерческой ставке, а это порядка 20-22%. И вот впервые за долгие годы в таком объеме была оказана государственная поддержка. Собственно, почему это имеет значение? Давайте здесь небольшое, так сказать, отступление сделаем, поскольку на данный момент, по официальным данным, изношенность парка агротехники составляет порядка 76%. И вот по нашим данным есть 8 крупных совместных предприятий по производству сельхозтехники. И получается, в этом году было выпущено более 4500 тракторов и более 800 зерноуборочных комбайнов. И у нас как раз есть комментарий руководителя управления технического оснащения Минсельхоза, вашего коллеги. Давайте послушаем и потом вернемся к разговору. Дано поручение главы государства довести уровень обновления парка сельхозтехники до 10%. Прогноз есть, что до конца года мы достигнем уровня обновления парка сельхозтехники 5,5%. Это очень хорошая динамика. В целом на обе программы ежегодно выделяется порядка 200 миллиардов тенге. Плюс к этому программа льготного лизинга, это 120 миллиардов, практически 320 миллиардов тенге. Именно на повышение уровня обновления машино-тракторного парка в текущем году уже выделено. Ну, вот вы упомянули процентную ставку по льготному кредитованию 5%, но я понимаю, что, скажем так, для рыночного сектора это будет просто-напросто невозможно при текущей ставке Национального банка, если я не ошибаюсь, 14,25, по-моему, сейчас составляет, да. И если туда добавить еще, так сказать, процент собственно банка, реальная ставка получается еще выше. И тогда, с этой точки зрения, как сейчас обстоят дела с процентами по сельскохозяйственным кредитам? Действительно, рыночная ставка составляет 20-22%, то есть она варьируется в зависимости от ставки, базовой ставки Нацбанка. Но данную программу мы запустили под 5%, и в текущем году это стало возможно за счет того, что мы задействовали финансовые инструменты, то есть мы привлекли рыночные средства, Казагрофинанс привлек облигационный займ, который мы удешевили, и вот это вот удешевление ставки произошло на стадии привлечения средств. То есть фермеру не нужно было обращаться дополнительно за субсидией. Мы сократили значительно этап
и предоставили фермеру возможность получить удешевленный лизинг или тот же самый кредит по 5% годовых. Это как раз то, о чем говорит глава государства. То есть необходимо перейти от механизма субсидирования весеннеполевых уборочных работ к льготному кредитованию. Это то, что мы уже в текущем году реализовали. Да. В дальнейшем, в целом, действующий механизм субсидирования процентной ставки, который предусматривал сначала берешь кредит, потом идешь за удешевлением ставки, то есть за субсидии, мы это все исключили, значительно сократились коррупционные риски, и в следующем году мы собираемся продолжить данный опыт, данный подход. Надеюсь, что сработает. Но, господин сенатор, на ваш взгляд, вот то, что было перечислено, достаточно для того, чтобы решить один из стратегических вопросов, по сути, обеспечить продовольственную безопасность страны? В конце концов, деньги – это кровь экономики, и когда мы говорим о стоимости этих денег для фермера, то возникает сразу два вопроса. Первый – как сделать так, чтобы эти кредиты были длинными и доступными, да? Но с другой стороны, чрезмерное присутствие государства в виде льготных денег, кредитов и так далее искажает рыночные законы. Да? Давайте смотреть вопрос. Давайте. Мы вот сейчас действительно обсуждаем механизмы выдачи субсидий и так далее. Вы знаете, что у нас сегодня в Казахстане очень много государственных органов, которые помогают вообще бизнесу. То есть у нас есть Казтрейд, который занимается ДАМУ, от Казагро и так далее. То есть у нас очень много институтов. И мы сегодня знаем, что вот за последние 5 лет, условно говоря, мы 2 триллиона тенге выделили на субсидии. Но результат тот ожидаемый, который мы бы хотели, его нету. Поэтому президент неоднократно об этом говорил, что нужно пересматривать субсидии. Действительно, сегодня, если мы возьмем, будем говорить, все эти программы, по всем этим программам не хватает денег. Любую программу возьмите, которая сегодня есть, допустим, фонд ДАМУ. Вы знаете, он субсидирует процентную ставку сегодня, да? Предприниматели берут по 22% у банка второго уровня, банк ДАМУ его субсидирует 14%. В конечном итоге предпринимателям 7% обходится. На сегодняшний день задолженность фонда ДАМУ уже 100 миллиардов тенге. Есть инвест-субсидии, которые помогают развитию, будем говорить, расширению производства. Сегодня там стоит 20 тысяч крестьянских хозяйств в очереди, да? Которые хотят получить деньги. Сегодня, допустим, МСХ должна им 40 миллиардов тенге. Это вот на конец этого года. То есть много таких программ, которые сегодня мы говорим. Тот же аул Аманаты. На сегодняшний день мы говорили о том, что в 2025-2024 году 100 миллиардов должны были выделить под эту программу. На сегодняшний день выделено 7 миллиардов. То есть, получается, бюджет единственный понимаете, источник, вопрос сути, да? в том, что мы говорим о той помощи, которая сегодня есть, но она фактически ее нету. И поэтому тот посыл, который сегодня президент дает уже неоднократно, и я думаю, сейчас правительство тоже это услышало, вот только в стенах Мажилиса мы сегодня обсуждали, был Жумагарин, премьер-министр, вице-премьер, и он говорил о том, что мы будем уходить от субсидий. В конце концов, нужно смотреть, мы должны жить по своим возможностям, по своим деньгам. Да? Мы сегодня все эти, будем говорить, фонды и помощь это закрывается 2022-2023 года. То есть есть программы, которые еще 2 года отстаем, где-то год отстаем и так далее. То есть мы должны жить по своим средствам. Если у нас есть миллиард тенге, мы не должны обещать крестьянам или малому среднему бизнесу, что мы вам 2 миллиарда дадим. Понимаете? И вот сегодня как раз посыл президента говорит о том, что нужно сокращать субсидии, нужно помогать действительно определить государству те отрасли, которые сегодня рентабельны, которые нужны в Казахстане, да, которые, будем говорить, будут приносить хорошую рентабельность, мы им должны помогать, остальным мы должны давать льготные кредиты до 5%. Я думаю, это очень хорошее, будем говорить, подспорье получить любому крестьянину сегодня. Вот посмотрите программу «Аул Аманаты». Это прекрасная программа, которую сегодня ждут все регионы. Там дают кредит по 2,5%, от 2,5% до 3%. И сегодня регионы готовы осваивать эти деньги. Но, к сожалению, у нас денег на эти программы не хватает. Поэтому зачем, вот, допустим, если я предприниматель, вы мне говорите о том, что я буду субсидировать и так далее, и вы меня не субсидируете, а я обязан банку платить 22%, зачем мне такая помощь нужна? И поэтому сегодня правительство говорит о том, что давайте со следующего года мы должны пересмотреть. Мы должны, Казахстан сегодня четко должен определиться, какие культуры мы будем субсидировать. Мы не можем вся и вся. Понимаете, да, вот мы субсидиями занимаемся 30 лет с вами.
Какую культуру мы сегодня, вот сказать, что она пришла, и она сегодня рентабельна, да, ну, тяжело сказать. Поэтому я думаю, что вот возьмем Америку. Америка развивалась на кукурузе и на сое в основном. Да, и она дальше это продолжает. Мое понимание, нужно тоже Казахстану определиться. Или мы должны северные регионы, допустим, Павлодар, это должны быть картошки. Алматинская область, это должна быть соя, кукуруза. Здесь тоже мы должны определить регионы, и этим регионам мы должны помогать. Мы говорили вообще, я поднимал вопрос о том, чтобы эти субсидии передали местным маслихатам. Потому что местные маслихаты – это те люди, которые непосредственно живут в этой области. Они знают, какие культуры нужно развивать, кому нужно помогать и как надо помогать. Как мы, сидя в Астане, условно говоря, можем решать вопросы регионов. Там есть аким, есть маслихаты и так далее. То есть мы должны, я думаю, что вот эту сторону мы должны пересмотреть. И мы сегодня в Сенате это активно обсуждаем. То есть уже понимание правительства есть. И то, что я вам сегодня говорил, только что в стенах мажилиса парламента министр сказал, что сегодня нужно 256 миллиардов тенге, чтобы удовлетворить те потребности, которые сегодня есть. Уже у нас одобренных есть заявок на 198 миллиардов. А у нас есть эти деньги? Вот об этом нет. Стоит вопрос. Ага. Понимаете, мы же не против того, чтобы давайте будем субсидировать. Но мы должны жить по своему карману. Об этом и президент несколько раз сказал. Ну, любой предприниматель, он живет по своему карману. Если у тебя в кармане миллион тенге, ни в коем случае нельзя обещать на 2 миллиона. Согласны? Совершенно, поэтому совершенно мы согласен. Здесь добавить. Должны пересмотреть эти вещи. Да, совершенно согласен. Можно добавить? Да, конечно. В целом, если простыми словами говорить, здесь мы о разных субсидиях говорили. То, что увеличение, вот коллега сказал, увеличение именно ВПРа, то есть ведение полевых работ, доступное финансирование до 5%, то есть это все с гарантией, со всеми 5%. Раньше, вот правильно сказали, 22%, то есть сельхозтоваропроизводитель, когда он берет финансирование, он вот эти проценты сам оплачивает. Потом, когда субсидии получает, то есть до получения субсидий он вот эти 22% сам должен оплачивать. Со своего кармана. А теперь, то есть глава государства как говорит, чтобы уже сельхознику всего лишь 5% прямые, было. Прямые, то есть у сельхозника голова не должна... Второго уровня. Да, голова не должна болеть, что 22% как ему оплачивать. Он свои 5% оплатил, и все. То есть это доступное финансирование. При этом, если я не ошибаюсь, у продкорпорации ведь есть и свои механизмы. Да, у нас есть механизмы форвардного закупа, но они беспроцентные. Угу. То есть у нас также, вот, как коллеги сказали, увеличение. В прошлом году там, мы с 22 года на 23, то есть два раза увеличили, с 23 на 24 еще два раза увеличили. То есть форвардный закуп в 24 году на 40 миллиардов был профинансирован. То есть и эти доступные средства беспроцентные под гарантией, то есть банков второго уровня. Угу. Но с другой стороны, вы работаете, насколько я помню, с достаточно ограниченным списком сельхозтоваропродукции. Нет, не ограниченным, но в целом, то есть финансовые средства мы по областям распределяем, то есть они ограниченные. Но с каждым денег годом они увеличиваются. Мы уже об этом и говорим. Да. А насколько вы согласитесь вот с так сказать, этим тезисом, что денег не хватает? Да, я согласен. Я согласен. Ну, для этого и увеличение делают. Допустим, в 23-м году 140 миллиардов было. Да. В этом году 580 миллиардов. И на следующий год еще увеличать до 900 должны увеличить. То есть с каждым годом на оборотный... Есть рост, да? И в послании президента было сказано, что 1,5 триллиона нужно для оборотных средств в АПК. То есть каждому мы не можем, то есть правительство не может разом сразу, но каждый год оно увеличивается 140, 580. Сейчас будет переход, да. Да, к льготному кредитованию. Да, вы хотели добавить, да. Госпожа Нугулина. Я хотела по ситуации с субсидиями. Действительно, в настоящее время, с учетом внедрения механизма листа ожидания у нас называется, то есть когда фермер приходит за субсидии, он становится в так называемую электронную очередь, где ему гарантируется, что когда поступят средства из бюджета, тогда мы тебе оплатим. Но до того момента... Если это ставка вознаграждения, он вынужден оплачивать ставку 22% сам, да. Ему, конечно, это постфактум возвратится, но проблема заключается в том, что сейчас, допустим, в сезон уборки, когда ему остро необходимы средства, или в сезон посевной кампании, и для него это неподъемная ставка. Вот сейчас мы говорим о том, что мы пришли к такому этапу, когда у нас действительно по разным видам субсидий накопился вот такой вот, скажем так, объем в листах ожидания, то есть объем принятых обязательств государства, от чего мы и пытаемся уйти. То есть мы хотим
перейти от субсидирования, сложного процесса субсидирования, где через 20 регионов, там, получается, задействованы акиматы, мы эти вопросы, все этапы снимаем, и мы переходим к тому, что мы сразу выдаем по 5% льготное кредитование. И в целом, то, что вот коллеги также отмечали, что в целом по всем субсидиям у нас сейчас проводится анализ части того, что какие субсидии действительно мы их должны сохранить и наращивать их дальнейшее финансирование. То есть будет принята соответствующая дорожная карта в соответствии с поручением главы государства, где мы будем в целом не только от субсидирования процентной ставки, но и в целом по всем, скажем так, товарно-специфическим субсидиям будем смотреть, какая все-таки субсидия больше приносит эффективность и так далее. Но это все будет поэтапно, то есть не сразу, с учетом обсуждения мнений бизнеса, конечно, агроформирований с 2029 года, то есть поэтапно будет пересматриваться это. Ну, то есть время еще есть хорошенько обдумать, как будет работать механизм. Но у нас еще есть пятый гость, который еще не высказывался. Господин Абитаев, вот вы выслушали, так сказать, мнение ваших коллег из разных ведомств и секторов. И ваша оценка эффективности финансовой системы в агросекторе. Что, на ваш взгляд, нуждается в первую очередь в каком-то изменении, улучшении и в каком направлении? Ну, на данный момент мы видим то, что очень много аграриев по всей стране могут недополучать какие-то субсидии из года в год. Мы видим то, что большое накопление долга перед правительством, перед аграриями накапливается с каждым годом, и при этом проблема эта с каждым годом не решается. Одна из решений этой проблемы могла бы быть финансирование процентной ставки, что является хорошим выходом, потому что действительно аграрии испытывают большой стресс, когда им обещают деньги, которые поступят, при этом они не поступают. Мы в данный момент в ноябре уже планируем следующий год, предпосевную кампанию, то есть все эти обработки земли и так далее. Нам уже необходимы финансы для того, чтобы покупать сельхозтехнику. Например, один комбайн John Deere, как пример, S790 стоит 500 тысяч и более долларов. Большие финансовые затраты для того, чтобы организовать уборку, там 4 комбайна у нас вышли из строя, необходимо их заменить. Для этого нам необходимо уже категорически уже выкупать вот эти вот комбайны. И то сейчас мы не можем приобрести на 2025 год по той причине, что очень много проблем вот с этими проблем с поставками оборудования и так далее. То есть нам уже на 2 года вперед надо уже планировать. Если бы, предположим, предложение господина сенатора о том, что эти средства непосредственно распределялись в регионах, если бы оно было выполнено и, так сказать, реализовано уже, условно говоря, на данный момент, вам бы это, так сказать, помогло или, наоборот, усложнило бы, на ваш взгляд, процесс и лучше, так сказать, чтобы это все решалось централизованно? Конечно, ситуация на месте правительство видело бы намного лучше. По той причине, что с региона от региона Восточный Казахстан исключительно отличается от урожайности в Астане или так далее, где-то возле Астаны. В Восточном Казахстане мы, например, в среднем... Но полевых работ, оно не реализуется через акиматы, оно реализуется через банки второго уровня, там есть 6 каналов распределения. Да, но вот сейчас говорит не о весенних полевых работах. Здесь речь идет о субсидировании, чтобы было понимание. Ага. Субсидирование с 2023 года мы передали в базу местных бюджетов, то есть мы отдали это на акиматам, да, они переданы. А то, что подчеркивает коллега из Сената, он говорит о том, чтобы передать от уровня акимата вообще в маслихат. Сейчас здесь этот вопрос подчеркивается. Давайте я уточню. Я, наверное, сам знаю, что я думал, но мы говорим о том, что все-таки, вот сейчас сказали по Казагре и так далее, денег не хватает, это однозначно. Во-вторых, мы говорим о прямом субсидировании. Сегодня все равно фонд ЗАМУ занимается субсидированием банка второго уровня. То есть мы эти деньги отдаем банкам второго уровня, 14%. Понимаете? Мы говорим, президент говорит сегодня, правительство говорит о том, что нужно давать, изменим схему. Ага. Будем давать, и есть
послании президента говорили о том, что сделать через одно окно. Это и будет Казагрофинанс или Казагро, это не важно. Это будет аграрно-кредитная корпорация. Какой, ну, кто бы это ни был. То есть это должно быть какая-то государственная, какой орган, с которого с одного окна мы будем брать проценты, вот для всех будем говорить, наших крестьян, до 5%. То есть это может быть 3,5-4%. Тогда я вас уверяю, что многие предприниматели, многие крестьянские хозяйства этому будут рады. Потому что мы сегодня не можем обеспечить, вот вы любое сейчас хозяйство возьмите, мы не можем обеспечить тот объем денег субсидирования, который государство сегодня обещает. Вот об этом идет разговор, понимаете? И как, кто это будет выдавлять? Каким образом? И вот сейчас вот вы говорите там в листах ожидания. Только что министр говорит о том, что нам 200 миллиардов тенге нужно выдать. Не хватает денег, чтобы выдать только тем, кто стоит на листе ожидания. А еще сколько, которые еще не включили, не поставили их на лист ожидания. Понимаете? То есть вполне может быть сумма и больше. Это поэтому вот сейчас об этом идет разговор, что нужно переходить на прямое, будем говорить, кредитование. Что вы об этом думаете, господин Бесидаев? Ну, я думаю о том, что, во-первых, у меня две вещи. Вот пока я слушаю, у меня две мысли появились. Первое. Мы всегда уходим в какие-то детали, мы хотим какой-то механизм тут же вот в студии разработать. Я считаю, это большая ошибка, которой заражены все, кто приходит в министерство, в правительство, все специалисты, все знают, и каждый сам по себе брутален. Он знает, вот я знаю, как надо сделать. Я, например, не знаю. Ну вот вы, честно, может, признаюсь, единственный, кто не знаете, остальные все знают. Второй момент. Вот то, что сейчас говорит представитель Министерства сельского хозяйства, продкорпорации, мы об этом, бизнес, мы об этом говорим уже лет 15. Вот то, что сейчас сделал президент, мы говорили об этом лет 15-10 назад точно по всем этим вопросам. Ну, и у нас еще услышали, много, да, всяких... Хорошо же, что услышали. Да. Так, так долго мы шли к этому. Поэтому я предлагаю вообще... государственным органам, в первую очередь Министерству сельского хозяйства, как уполномоченному органу, ну, хотя мы справедливости ради сказать, сейчас это и видим, что нужно слушать бизнес, нужно слушать экспертов, нужно, у нас многие эксперты сосредоточены, вот я говорю про свое, в общественных организациях, таких как отраслевые ассоциации, союзы, которые знают первичные проблемы всех фермеров и могут их сформулировать. Поэтому первое, хочется, чтобы все-таки государство слушало нас и прислушивалось. Не просто слушало, а прислушивалось. Второе, мне кажется, на уровне такой передачи нам не нужно говорить о механизме, а нужно говорить о том, что государственная поддержка – это не только субсидии, и далеко не субсидии. Государственная поддержка – это гораздо шире, чем просто субсидирование каких-то отдельных инструментов. Мы должны говорить сегодня о том, куда... какое место отрасль сельского хозяйства занимает в экономике Казахстана в целом. Мы должны это понимать. И соразмерно этому выделять те средства, о которых мы сейчас говорим. Хватает, не хватает, это вопрос такой, знаете, мне кажется, не очень конструктивный разговор в такой плоскости говорить, потому что если мы говорим о том, что аграрка – драйвер экономики, в целом всей экономики, имеет мультипликативное влияние на все остальные отрасли, промышленность, там, сферу услуг и так далее, науку, образование, ну тогда эти деньги есть в государстве. Как они используются, как они доходят, не доходят, правильно ли они изначально распределяются, вот об этом надо говорить. Безусловно. Это первый момент. Второй момент. Мы сегодня должны помнить о том, что казахстанский фермер, он не работает в вакууме. Он не работает только на обеспечение внутреннего рынка. Вы знаете, потенциал Казахстана обеспечивает не только внутренний рынок, но и близлежащие большие рынки. А мы сегодня работаем в условиях конкуренции, жесткой конкуренции внутри ЕАЭС, внутри среднеазиатского региона и в целом континента. При этом Казахстан, находится, в отличие от всех других государств, не имеет выхода к морю. Второе. Уровень поддержки наших прямых конкурентов, которыми являются наши коллеги-фермеры Российской Федерации, Украины, скажем, и Беларуси, ну, Украина до недавнего времени, хотя она и сейчас умудряется работать, Беларуси, мы находимся с ними в одном рынке и производим практически одну и ту же продукцию. И вот здесь нужна помощь государству, да? Нужно, да, нужно понимать, сколько там, какая поддержка, и какая поддержка у нас. Адекватна ли она? Потому что мы работаем, еще раз повторяю, на одном рынке, и нам надо с ними конкурировать. Это второй момент. И третий момент. Мы сегодня говорим о том, что
сельское хозяйство – это не только бизнес аграрный, да, это еще и социальный аспект. У нас 40%, вот на агрофоруме президент это подчеркнул, что 40% населения живет в сельской местности. И уровень жизни на селе и в городе отличается, вы знаете, радикально. И поэтому надо думать о том, как сегодня создать условия в селе такие же, как в аграрном, как в городе. Безусловно. Как привлечь туда молодежь, чтобы она работала. Вот нам надо больше об этом говорить. А когда мы говорим, нужно этот инструмент применять или другой, это, мне кажется, не совсем конструктивно. И последнее, что я хотел сказать, когда мы говорим о том, что отдать маслихатам, акиматам, или... Кто будет это делать? Кто это делать будет, мы не должны забывать, что Казахстан — это унитарное государство с маленькой плотностью и огромной территорией. И политика в сельском хозяйстве, она строиться должна на рынках, да? Где Казахстан находится, с кем он должен торговать, на каких позициях, товарных позициях Казахстан может выиграть. Да? Это может знать только Министерство сельского хозяйства, как уполномоченный орган, как центральный орган, который видит в масштабе всей страны проблему, видит рынок, видит перспективы. Местный исполнительный орган, он не может видеть то, что не находится в поле его зрения. И поэтому здесь увлекаться нельзя. Здесь должен быть некий баланс. Понимаю. Вы сразу масштабно столько тем обозначили. Да. Я думаю, нам, на следующий съемочный период точно хватит. Я выговорился. Спасибо большое. Все очень правильно сказали. Ну, мы можем со стороны Министерства сельского хозяйства сказать. То, что сейчас все, то, что вы сказали, это невозможно разом сделать. То, что давно это говорится, но она же сейчас, последние два года, начала делаться. Бесетаев выплеснул свою боль, которую годами... Оно начало, то есть мы и аграрная страна, и это хорошо, страна, что процесс начался. Уделение большого внимания именно в АПК, она сейчас делается. Но она идет поэтапно, сразу все невозможно сделать. Но в целом, да, ваша позиция очень верная. Я бы здесь еще немножко добавил. Действительно, вот эта работа, которую вы сейчас озвучиваете, вы правильно говорите, мы затронули одну цену, мы говорим о субсидиях, поэтому мы тему субсидий говорим. Мы можем и о других темах разговаривать с вами. Работа идет огромная, и вот то, что мы сегодня, и президент уже, и в послании, и вчера в первом форуме, он говорил о том, что все-таки нужно менять. Система, она должна меняться. Мне бы только хотелось подчеркнуть, что та боль, которую озвучили наши коллеги, то есть в текущем году можно наблюдать, наверное, все-таки слышащее государство услышало, и в этом направлении. И когда в три раза был увеличен объем по сравнению с прошлым годом, это о многом говорит, о том, что действительно уровень господдержки у нас увеличился, и внимание к агросектору на сегодняшний день у нас особое. И хотелось бы дополнительно отметить, что касательно оператора, у нас все-таки будет единый оператор, в соответствии с поручением главы государства, сейчас над этим работаем, да, в виде АКК, это будет тоже производиться все поэтапно, потому что все-таки, как отметил господин Бесетаев, должна быть какая-то определенная общая политика, то есть какие-то приоритеты выстроены, которые будут реализовываться через единого оператора. То есть не могу не спросить относительно, времени мало осталось, относительно приобретения сельхозтехники. Все-таки фермеры высказывают просто с болью. Я хотела также прокомментировать. Это все затрагивает вопросы раннего финансирования весенне-полевых работ. Они говорят, мы хотим на посевную 2025 года уже начать финансироваться. Mm-hmm. Так вот, в соответствии с поручением главы государства, с 1 декабря начнется финансирование. Первые 100 миллиардов тенге будут выделены уже в текущем году на посевную кампанию 2025 года. Для этого со стороны правительства принимают соответствующие необходимые документы, все предусматривают соответствующие средства субсидий на удешевление. То есть впервые за многие годы был этот вопрос, было ему уделено внимание, то есть в текущем году впервые за много лет будет обеспечено раннее финансирование. То есть фермеры смогут заранее подготовиться качественно к посевной кампании. И, соответственно, программа «Льготный лизинг» в размере порядка 200 миллиардов тенге, то есть это почти вдвое больше, чем в текущем году было, мы планируем в следующем году все-таки продолжить. Единственное, сейчас нам нужна поддержка со стороны других госорганов, также в части того, что есть вопросы по ограниченности бюджетных средств. Но хочу подчеркнуть, что в текущем году мы скорректировали свои акценты. Корень всегда проблемы заключался в ограниченности бюджетных средств. С текущего года мы переключились
на то, чтобы задействовать рыночные средства. И, как показала в текущем году программа «Кендала-2», это 580 миллиардов тенге, эта схема работает, механизм, который мы планируем продолжить в следующем году. И, как было сказано коллегами, доводить его до 700 миллиардов и выше, а до 1,5 триллиона поэтапно, как было сказано президентом. Ну, я чувствую, что действительно нам, видимо, придется сделать еще не одну, еще не один выпуск, посвященный агросектору. Но, так сказать, на прощание. У нас буквально пару минут осталось. Господин Абитаев, что бы вы посоветовали, так сказать, в качестве практических уже мер, да, шагов для того, чтобы вот, тоже, так сказать, попробовать решить вопросы с как можно более доступным и эффективным финансированием в агросекторе? Ну, во-первых, по поводу субсидий, да, нам очень хотелось бы видеть финансирование более как систематично, без каких-то просрочек и так далее, без задержек, задолженности, да? Без задержек, без долгов. На самом деле мы прекрасно понимаем то, что растениеводство, а также фермерство – это очень такое рискованное дело. Мы заходим, очень много факторов, от многих факторов мы зависим. Это в том числе господин Беситаев ответил, то, что у нас работников-то не хватает. На селе люди не хотят работать, и в некоторые роды мы ездим за границу, смотрим такие заменяемые какие-то системы, там, роботизации, например. Сейчас в данный момент такая система субсидируется, тоже хотелось бы тоже зачислить, потому что на селе работников очень мало. Даже за 500 тысяч тенге люди дуэрами не хотят быть, потому что там условия труда это совершенно другие, не городские. За те же деньги можно и работать. Ну, именно поэтому урбанизация и, собственно, идет, да, растет. Да. Да. Так, что ж, у нас осталась буквально одна минута эфира. На прощание все-таки для того, чтобы, так сказать, более, так сказать, позитивно, что ли, у нас воспоминание о нашем сегодняшнем разговоре осталось. Давайте еще один фрагмент из выступления главы государства. Он касается показателей Казахстана в глобальном индексе продовольственной безопасности. И на этом поставим точку. Заметно улучшились показатели Казахстана в глобальном индексе продовольственной безопасности. Так, в 2022 году наша страна поднялась на 32 место. По этому показателю мы лидируем среди стран СНГ. Однако это не повод для того, чтобы почивать на лаврах. Мы должны превратить сельское хозяйство в конкурентоспособную передовую отрасль. Ну и от себя добавлю на прощание, что, на мой взгляд, вот как раз-таки стоило бы, наверное, сконцентрировать внимание на том, чтобы привлекать в агросектор как раз-таки частные инвестиции, частное финансирование. Ну, поскольку раз живем в условиях рыночной экономики, она должна быть все-таки рыночной. И хорошо, что, как выразилась госпожа Нургазина, работа в этом направлении уже идет. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. «Дневная смена» завершает свою работу в эфире телеканала 24KZ. Увидимся завтра в это же время и снова обсудим сельское хозяйство. Всего доброго.